120 участников в 6 возрастных группах поборолись за медали в конькобежном спорте. В Ульяновске прошли всероссийские массовые соревнования «Лед надежды нашей 2024». Среди участников оказались как новички, так и опытные спортсмены. Николаю Семину 81 год. Спортсмен на коньках с 15 лет и даже сейчас даст фору молодым конькобежцам. За свою жизнь Николай не раз становился победителем соревнований по конькобежному спорту и до сих пор берет золотые медали. А вот 22 января, вот буквально 2 недели назад, там же был у нас соревнование с Кубок России по спринтерскому многобою, там 500 тысяч, 500 тысяч. Я тоже завел золотую медаль, поэтому я сейчас стал, можно сказать, абсолютным чемпионом России в моем возрасте. Участники бежали 2 дистанции – 50 и 100 метров. Главная цель соревнований – поиск юных спортивных талантов. Как отмечают организаторы соревнований, подобные старты – отличное начало для новичков. И на них обычно на кого-то одного-двух выбираем себе и, значит, привлекаем к дальнейшим занятиям конькобежным спортом. У нас сейчас есть юноша, который среднего возраста, он выполнил первый взрослый разряд и попал на финал России. Соревнования «Лед надежды нашей» традиционные. В Ульяновске уже проводятся 10-й раз. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.